сообщает ТАСС о заявлении РФ экс-президента, что не начнет пока молить Киев о пощаде. Переговоры по Украине не нужны. Заявление очень интересно это. И русскую пословицу хотя. Когда в хвосте начало, то в голове мальчало. Понять, в которой люди могут. Нет на земле страны. Да, вот от страстишки с ней клипов записи. Нет у меня иммунитета. Потому я снимаю клипы с этой великой русской пословицей мудрой ежедневно с утра до вечера. Ну и кроме того, делай, что должен, и пусть будет, что будет. Вот такие вот дела.